Город новости. Будьте в курсе всех событий нашего мегаполиса. Политики самых разных партий, движений и взглядов сегодня собрались за общим круглым столом. Прошел круглый стол, посвященный вопросу реконструкции здания детского мира. Достоверно и интересно, динамично и актуально. Все о жизни столицы. Записаться к врачу в Москве можно будет через интернет. Громкое дело о катастрофе в акватории Москвы-реки прекращено. События, происшествия и специальные репортажи, интересные каждому. За 2 года россияне утилизировали почти 600 тысяч машин. В Москве открылась выставка старинных русских монет и медалей. Каждый будний день. Новости на Третьем канале.